көп жерлерде мемлекеттік органдарда мекемелерде пандустар қарастырылмаған. Сол жөнінен бізді жұмысқа алуға қиналады. Еркенбай Керембайұлы, председатель неправительственной организации из Туркестана, приехал на форум со своим социальным проектом, который направлен на облегчение жизни людей с ограниченными возможностями. В самом Туркестане более 10 тысяч инвалидов первой и второй групп. Из них большая часть вполне дееспособна. Однако нам сложно работать в нынешних условиях. Не везде установлены пандусы. Основная проблема в привлечении инвалидов на госслужбу. Всего на форуме представлено 27 различных социальных проектов. Их основная концепция – развить гражданское общество. Неправительственный сектор сейчас имеет реальную поддержку госструктур в различных направлениях. Между тем, еще имеется ряд проблем, решение которых позволит полноценно внедрить задуманное в жизнь, отмечают участники форума. Мы хотим, чтобы у нас участие в госзаказах и наши программы, которые мы сегодня осуществляем, они были долгосрочными. В связи с чем это получается? Потому что нам выделяют гранты на один год, мы только начинаем развивать их и добиваемся каких-то успехов. И не факт, что мы на следующий год будем участвовать в реализации этой же программы. Потому что все наработки и все наши положительные вещи, которые мы наработали и сделали, остаются не очень продуктивными. На сегодняшний день в области зарегистрировано 925 общественных объединений различного направления. Из них 80% действуют в областном центре и 20% в сельской местности. Каждый год увеличивается и объем финансирования из областного бюджета, отмечают организаторы. В этом году по области выполняются работы по 114 проектам на 488 миллионов тенге. После подведения итогов работы гражданского форума состоялось награждение победителей ярмарки и представителей неправительственных организаций. Улбулсинез Даулетова, Ильдар Жунусханов, Константин Калашников, информационная служба телекомпании ОТРАР.